Почетное звание лауреат премии Ленинского городского округа присвоено Сергею Сергеевичу Байкову, председателю Ленинской районной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Сергей Сергеевич Байков возглавляет Совет ветеранов муниципалитета с декабря 2019 года, когда его единогласно избрали на этот пост. Звание лауреата премии Ленинского городского округа он считает оценкой деятельности всех тех людей, которые активно участвуют в работе ветеранской организации. Сама по себе общественная работа – это работа для подвижников. То есть у нас и в Совете ветеранов, и в ветеранском активе, а ветеранского актива у нас более 3000 человек, те, кто активно принимает участие в ветеранской работе, неравнодушных людей нет. Они работают только из своего собственного убеждения, внутреннего убеждения и необходимости для них самих внутренне принимать участие в общественной жизни нашего округа. За почти 3 года сделано немало. Это и установка мемориалов и памятных табличек, посвященных героям Великой Отечественной, и создание книги памяти, где собраны имена жителей округа, погибших во время войны, и реализация масштабного проекта «Создание стены памяти». За прошедшие годы мы видели, что на каждом этапе развития и нашего района, да и государства в целом, Сергей Сергеевич правильно определял и тактику, и стратегию работы ветеранской организации. В качестве примера, в тяжелые годы пандемии мы понимали, что наша задача – это сберечь здоровье ветеранов. Поэтому вся работа ветеранской организации была построена, естественно, на дому, но мы принимали все меры к тому, чтобы заботиться о ветеранах и оказывать посильную помощь. В прошлом военный Сергей Байков привык ставить перед собой и другими людьми четкие задачи и находить пути их реализации. И речь не только о масштабных проектах. Совет ветеранов – это большой слаженный механизм, в котором нет мелочей. При его энергии он полностью преобразовал работу Совета ветеранов. Так он компьютеризировал полностью работу. И второе, вот сейчас смотрите, как у нас светло. Понимаете, он освещение даже поменял, все буквально в Совете ветеранов. Это тоже огромный труд. И сейчас идет реализация нескольких больших проектов. Среди них создание книги памяти погибших в локальных конфликтах, включая спецоперацию на Украине, установка нескольких памятных досок. Но главное, по мнению Сергея Сергеевича, это работа с ветеранами и молодежью. Первая и основная задача ветеранской организации – это поддержка людей старшего поколения, ветеранов. А поддержка – это и моральная поддержка, потому что многие, как бы у нас есть одинокие люди, которые отдельно проживают, им нужно общение, и им нужна помощь, даже порой не материальная, а просто моральная и психологическая. Вот. Вторая – это военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Планов громадье, но все, кто знает лауреата премии Ленинского городского округа Сергея Байкова, уверены, он справится. А ветераны, администрация округа и рядовые жители всегда готовы прийти на помощь. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.